Народ, всем привет! Привет! Вот мы на нашей вилле и в нашем кемпе, в нашей резиденции, заводе резиденс. Номер крутой, мы уже показывали. Наташа немножко в прошлый раз так, маленький, нет, но на самом деле все нравится. Я сказала, нет приватности, а сейчас это такая приватность. Офигенно просто. И это это то место, в котором реально хорошо здесь и сейчас. Это серьезно, это просто супер. Но сейчас не об этом. Мы сходили в самый большой супермаркет в Атаму. Blue Marmelade, голубой мармелад называется. Купили всякой всячины, так, на денек поесть. И сейчас покажем вам, в принципе, что можно выйти и купить, если вы в Африке, в Кении, на курорте. А вы пока лайк поставьте. Передаю Наташе камеру, сегодня я распаковщик. Кстати, красота какая. Смотри, Маша, что имеется в виду, наш номер? Да. Ага, понятно. Так, смотрите, вот мы принесли уже всякой всячины. Здесь есть чеки. На всякий случай буду посматривать, чтобы не ошибиться. Так, начинаем распаковочку, да? Чипсы, я помню, стоили 215. Вот. Такие чипсы, мы первый раз попробовали их, когда мы нам ланч дали в Амбасселе. Мы даже, по-моему, вам показывали, когда мы на горе кушали. Очень вкусные чипсы, просто класс. Знаете, так, повтыкать, вот именно эти, на сайте, эти, на море. Скажу, да, вот именно эти. Сырком и... Отдавали с уксусом. Сыром, да. О чем? Вот. С уксусом не берите. Пачечка 215 шиллингов. Сколько в долларах, я буду озвучивать уже... Когда буду монтировать. За вот такую пачечку у нас просили на остановке, там, где вот эти вот... Там, где мы поломались. Помните, да, это видео, где мы попали в аварию, точнее, наша машина попала в аварию, стала шипеть. Ну, 400 просили. Мы сначала хотели, а потом, да, ну, чувак, ну, да, ну, на. Да, не. Короче, да. Дальше мы купили булочки. Кстати, вот почем булочки, это интересно. Вот, может, там, где мы и не разобрались, булочки были. Вот, три булочки сейчас сделаем. У нас есть помидор. Покажем колбаску, сделаем бутербродики. Кстати. Ну вот да, как называется Blue Marmelade, правильно? А, не, я думала, тут написано Blue Marmelade. А не Шифас Банс вот это вот? Может быть. Банс, yes. Банс. Вот, вот, 170, а мы такие думаем, чек пересматриваем. Что такое 170? 170, две, три булочки, три булочки, да? Дальше чай уже брали на подарки. Чай, вот всегда берется вот такая, как называется, пыль. Мелкий чай вкуснейший. Мы на Шри-Ланке просто выкупили, что вот чай, который самый дешевый, самый берут местные, самый вкусный. Вот, такие мы уже на подарки. И, наверное, один большой себе, один на подарок. Чай стоил что-то тоже очень недорого, 200 с чем-то. Так, сейчас. А сколько там грамм? Полкило, да? Здесь полкило. Так, сейчас сразу покажу маленький. Маленький тоже на подарки взяли. Вот маленький, одна штучка. Одна штучка стоила 150. Вот, от 150. А вот большой, сейчас посмотрю, сколько. Как он называется? Фахари? Да, кетера фахари, вот 150 маленький, а большой, сейчас скажу вам, сколько, 280 стоит большой. Ну, в принципе, не так дорого. Дальше Наташина пиво, которое уже сделала здесь все мокрое. Вот. Таскер 210 стоит. Это пол-литра 210, а? Кафе просят 300-350. Поставь его на пол или вот туда. Да, давайте уже. На барабан. Так, это очень дорого мы купили. Да, это мы уже показывали, что мы пробовали макадами с медом. Захотели сейчас еще макадами, медом и кеши. Стоит аж 845, по-моему. 845. Еще раз покажу. Ну, я потом ближе, да, все. Ну, она вкусная, но 845. Что-то мы... Что-то мы того. Ну, ладно. Короче, называется, ну, ладно. Вот еще один чай. Как-то обидно, досадно, ну, ладно, но это будет вкусно. Так, Наташа тут нашла вкуснейшее мыло. Пахнет классно, ароматно. Немножко нужно его просушить, было твое пиво его да, чуть-чуть. Да. Это кенийское, я посмотрела кенийское. Ну, запах. Доставай его. Оно просто пушистое, как... душистое, как-то, ароматное. Я вам не могу описать. Не-не-не, это травяной какой-то аромат, покажи его. Ну вот оно как брусочек. Чего-то я все равно люблю. Очень ой, классный. Меня ж тут пахнет. Вот я стою сколько, метры от тебя. Стоит тоже прилично. Сейчас я вам скажу. Вынь его, пускай полежит, попахнет. А подальше от этого, от... Свечка, Наташа. Да, так он реально, вот я стою метр от тебя, и такой стоит... нежный травяной, эти, цветочный помнишь, вкус. Помнишь, 300 травяной больше. Легко искать, 390. 390, дорого. Никто его не берет, кроме нас, но конечно. Больше 3 долларов. Да, может, да. Может, и недорого, кстати, я не знаю даже. А сколько грамм там, кстати, интересно? Ну, такой брусок хороший. Сколько грамм? Сколько грамм в нем? 150. Ну, это дальше дороже. Дальше взяли вот на булочке, взяли колбаску. Не, у меня слюна уже потекла. Ну, дорвались уже до колбаски. Салями Милана. Чтобы вы понимали, здесь итальянцев просто, они в этой теме, тут сыры, тут вино. Если вы хотите, называется, хорошего вина, как я понимаю, заходите в отдел, там отдельно алкоголь.
Я думаю, что 100 или 150. И смотрите, что берут итальянцы. Вот так сейчас женщины брали винишко, как бы скажем, оно на самой нижней полке, итальянки две. Ну, я думаю, что, ну как, да, хорошая. Если бы я была не одна, то я бы с удовольствием купила. 400 с чем-то, да. Одна 435. Вот это, вот это. Да, вот это. Соляни. А это 400... Ангер какой-то, а вот даже это, не прочитал. А это подороже, 600 или 800? Нет, это 425. А, тоже? Это 435, это 425. Так, а грамм сколько, я извиняюсь? Я по 100. По 100 грамм. Ну, это нормально. Ну, это нормально вообще, в принципе. Сейчас нам на булочке, еще у нас помидорчики есть, которые мы купили с нашим водителем Питером. Кстати, сейчас мы шли по дороге, и кто-то нам пипикает. Ну, знаете, обычно тут тук-туки, там это. И потом я смотрю, это наш вчерашний Питер, парень такой пипикает. Ну, просто сюда пешком можно дойти. Зачем же? Но обратно мы все равно приехали. Ну, назад мы уже такие сумки тащили. Соки. Для меня соки по 70 каждый. Кстати, неплохие. Взяла апельсиновый, ананасный, апельсиново-ананасный. Даже мне неплохо, потому да, что мы их пробовали в Амбеселе, в целом классно. Нормально. Ну, то есть, да, там восстановлены из концентрата, но делается в Кении. Да, это Наташин изюм. Наташе тут очень изюм понравился. Мы если изюм, это он, я не знаю. Изюм где-то вцавали в Амбеселе, ну, очень классно. Салат, ребята, салат был потертая морковочка с изюмом. Обалденно. На изюмчик. Что-то было 180 или... Да, по-моему, сейчас тут. Вот изюм, он очень крупный здесь и очень вкусный. Я все время твою это, голову показываю. Ну, тут разные. Вот тут какой-то джамбо, по-моему, был. Блэк джамбо вот с левой стороны. А тут просто, вот видите, он темный этот джамбо. То есть большой. Значит, а этот... Султанас 165. Кстати, стоит. Они по размеру ничего и особо не... 165, а этот 195. Вот этот 195, да. А этот? 160. Этот 165. Ну, а грамм? 100, по 100 грамм. По 100 грамм. Кушать, ну, тоже, как бы, какой-то он был вкусный. Здоровый образ жизни. Это сказать. Еще не все. Реклама. Что-то еще, да? У нас еще вторая сумочка. А, то ты только с одной сумочкой. Так, взяли, когда разделываешь папайку или что-то а, еще. А, не так, не так было. Я сначала взяла одноразовые тарелочки за 100, ну, наборчик за 100 шиллингов. Но потом думаю, смотрю на эти лоточки. Она еще, брат, и одноразовый, когда можно взять лоточек, и сейчас 60 мы здесь это. Нормально. Наложить сюда папайки всего вкусности, что мы купили. 60 шиллингов. Боже, ну не привыкла никак вот к названию. Дальше по 60 тоже, хотя я брала было 70, но вроде пробили как по 60. Такие соленые орешки, ну, в дорогу. Ага. По 60 вроде они, потому что ну, не по 70. Сейчас я посмотрю. Нет, по 70 соки. Фудмейкер такл. 75 это... Не, по 60 они. Хотя странно, было написано 70. Интересно, слушай, надо там на улице, когда мы вышли, продавала женщина орешки, может, даже подешевле. Это я взяла палочки. 75, написано, цена была 80. Да, 75. Цена, а они 75. Как-то странно даже, хорошо, что снижают цены, они повышают. Да, очень приятный, там было 5 видов, ну вот это красный, кто-то по, ну, поярче аромат, а это такой взяла. Это от этих, от, типа от москитов. Ну, сейчас да. Попробуем. Ну, я, смотрите, держу. Придумала, что тут вот есть вот такая штучка. То ли пепельница, то ли вот оно с песком. И я сюда поставлю, и оно прекрасно. Оно хоть и комаров и не отгонит, конечно, но приятно будет пахнуть. Кстати, за такую цену. Всему спички. Ой, я спички стоит 50. Кстати, Наташа распаковывает. Понравилось. И снято уже. Да, да, да. Класс. А ну, посмотрите. Вот это и вот так вот. Как подарок, да? Да ты шо, вообще супер. Спички. Этот блок сколько? Какие? Блок стоит 50 шиллингов. 50 шиллингов. Ну, такие черненькие, кстати. А какие вот. Обычно должны? А, да, слушай, такие темные. Обычно, а, ну, и знаешь, зеленые головки, красные, да, да, разные, да, да. Как бы есть. У меня есть друзья, которые собирают спички. Ну, пожалуйста, подарок. Дальше. Печенье, помню, стоило 335. Печенье – это джинджер и нац, орехи и женьшень. Имбирь. Опять я перепутала. Тебе же женьшень в жизни не хватает. Имбирь и орехи. Ну, слушай, у меня рука занемела. Сейчас, одну секунду, все. Тоже взяла другую. Такое. Как овсяное. Посмотрим, да. Так, хотя я Оле говорю, еще? Оль, они если пишут джинджер, средняя, имбирь, то оно, наверное, будет уже. Очень острое, очень печь. Она говорит, хорошо, посмотрим. Наташа, а, это Наташа это, купила, стоит прилично. Тоже. 830 шиллингов. Так гадалки не ходи, я помню 830. Цену. Это... Нет, гадалки не пройдут. Да. Там... Тут они воду ворожат, ну нафиг, 830. Там... Это делается то ли Шотландия, то ли кто, но там написано sensitive. Ну, я помните, вчера... по видео там Наташа там еще где-то дорогую пасту покупала. Да, еще Наташа чокнулась. Это у меня уже такой не в мумуса. А ну покажи, алоэ, дэн, sensitive. Вот я только не поняла, это паста или гель?
алоэ. Ну, посмотрим. Короче, если что, если кому-то интересно, пишите, расскажу отзывы о ней. Ну, вот, по-моему, все. Я такой не видела, кстати, пасту. Ну, все, может, что мы купили, вот, ну и пиво еще. Вот. Что, турбенка пустая? И пиво еще. А, нет, это уже наше, да. Ну, за съем это заплатили прилично, кстати. А, 6, да, вы же помните. Сейчас 6, я... 6, да, 170. Давай. Еще раз озвучу. 6170. 6170. Да, и напомним, да, кулечков не дают здесь еще, скажи, там корзины такие продаются, да, плетеные. Обалдеть. Короче, люди ходят, ну, которые здесь живут, это европейцы в основном, они ходят, да, я да, покажу, это, они ходят с такими большими, огромными корзинами, стоят 290. Да я так чувствую, оно обалденно так пахнет. Не, ну, это класс. 200... Кстати, на подарок тоже пойдет. 290 шиллингов, а плетеные корзины, знаете, вот как на пляж ходить, так вот через плечо их можно на руку повесить. Кожаная ручка, кожаная, что-то мы не сняли, ну, неважно. Короче, 3000 шиллингов стоит. Но если бы у меня просто было куда ходить, ну, реально, я бы купила. Это так классно, оно вот, вот чувствуется, что вещь. Так, еще раз, покажем теперь же все вместе, да? Переводим кадр. Ну, тут переводить, тут просто у нас красота. Еще раз, насладитесь красотой. Как вот человек, вот... Кто-то, либо она сама, это Теренция, хозяйка, ой, Тициана, хозяйка вот этого отеля, сама придумывала все, то ли ей кто подсказал, не знаю, просто красота. Так, еще раз пройдемся слева направо, да? Уже Оля камеру берешь, потому что у меня рука уже занемела. Вот наши покупки. Ну, то есть самое дорогое это паста, мыльца и вот эти вот, блин, орешки. Ну, я думаю, это наслаждение. Ну, они просто должны быть супер вкусные. Я очень рада, что купили чай-пыль. И Наташа рада за пиво. Просто чай-пыль мы в Найроби не видели. Там красивые такие упаковочки, ну, как бы... Не, ну, мы же не везде в Найроби. Там, где мы были, мы не видели. Ну, в Калифорнии. А, давай еще раз мыльца, может, это как оно называется. Grounded Body Bar. Обалдеть, слушай, пахнет. Просто как это... Ну вот такое сегодня видео, расшифровочка, как сходить, да, в Атаму. Самый крутой супермаркет в Атаму. Ну, чтобы вы понимали, я ж правду все время это говорю, супермаркет это небольшой на самом деле магазин, но все туда съедятся. Да, там очень много, вот, особенно вот белых обезьян, как мы, очень много. Один этаж и небольшая территория, но все, что надо, там даже и свежее, по-моему, мясо что-то было, и заморозка есть, и овощи, фрукты, да. Все там есть. Короче. Пишите комменты, ставьте лайки, всем спасибо. Что-то у меня на голове тогда это... Пока. Пока.